В Алматы многодетные мамы открыли производство экологических сумок и авосик. Выпускать такую продукцию женщины решили в противовес полиэтиленовым и пластиковым пакетам. Стартовой площадкой для выхода на крупные торговые сети стали программы поддержки, запущенные городским центром поддержки семьи Бахты-Отбасы. Сейчас изготовители ведут переговоры с торговыми сетями страны. Когда и где потенциальные покупатели смогут увидеть эко-сумки, выясняла Анастасия Яцун. Над экологическим проектом многодетные мамы скрупулезно трудятся вот уже несколько месяцев. Женщины часами шьют эко-сумки и вяжут авоськи, а затем реализуют техническую продукцию крупным предприятиям по выгодным ценам. Таким образом, алматинки решили поставить на рынок альтернативу пластиковым и полиэтиленовым пакетам. У меня 5 детей, младшая дочка у меня инвалид с рождения, но я как бы нахожу время. Прихожу сюда, занимаюсь. Сейчас нам дали заказ на 1000 эко-мешочков к Новому году. Сейчас этот заказ мы выполняем. У нас большие планы на будущее, у нас большие перспективы. Мы хотим принимать разные заказы. Начать свое дело и преуспеть в нем женщинам помогли сотрудники центра Бахты-Отбасы. Специалисты посоветовали многодетным мамам пройти 3-месячное обучение по госпрограммам «Бастау Бизнес» и «Енбек». После участницы проектов презентовали свои бизнес-планы и получили гранты в размере 505 тысяч тенге. Именно на эти деньги многодетные мамы купили себе швейные машинки и запустили собственное производство. Они сейчас купили свои швейные машинки, вязальное оборудование. Мы находим им возможность заработать. Благодаря вот этим социальным проектам экологическое сообщество предоставляет нам соответствующие заказы. Они сейчас полностью реализуют проект, называется «Чистый город, чистый мир». И согласно этого проекта у нас экосообщество заказало произвести, например, 1100 авосик. Найти заказчиков многодетным мамам помогает гражданский активист Евгений Мухамеджанов. Он и стал инициатором идеи по изготовлению экологически чистых товаров. По словам Евгения, в первый месяц ему было непросто мотивировать многодетных мам и убедить их открыть бизнес. Но после производства первой партии продукции у женщин появилась уверенность, и дела пошли в гору, говорит активист. Они сами не разбираются, плюс возникают эти сложности, когда им нужно через себя переступить, что нужно взять и сделать просто, а не бросить, сказать, я не хочу, вот я лучше пойду АСП возьму там или еще что-то. И ты вот работаешь с этими возражениями, там доказываешь, что им ничего страшного, если вы сейчас справитесь, то со временем станет только лучше, легче. И вот когда они вот, знаете, как вот изучать любое новое. Сейчас в Алматы проживает свыше 1000 многодетных матерей, которые окончили курсы по программам «Бастау Бизнес» и «Енбек». Свыше 800 из них уже получили гранты на развитие своих бизнес-проектов. Анастасия Яцун, Гани Калуов, телеканал «Алматы».